Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала. С вами Елена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Мое видео носит только информационный характер. Сегодняшнее видео по крану. Абсолютно без вложений, где мы собираем криптомонетку Zen. Значит, таким вот образом я собираю. Хочу поделиться с вами немного информацией. Монетка перспективная. Растет, и тут немножечко как бы изменения есть в кабинете. Возможно, моя информация будет вам полезна. Я установила себе кошелек Zen, непосредственный кошелек. Раньше я выводила на биржу. У меня еще не прошло время. Сбор происходит раз в 20 часов. Чуть позже я соберу монетку. Значит, раньше я, друзья, выводила на биржу Binance. Теперь же я установила себе вот такой вот кошелек. Сейчас я вам покажу. Сейчас он откроется. Давай, открывайся. Вот такой вот у меня кошелек. 4 дня назад я его установила. Я перевела все монеты с биржи Binance на вот этот вот кошелек. Устанавливать его легко. Правда, мне сын помогал, но тем не менее там все очень легко. Вот здесь, когда зарегистрируете кошелек себе, там надо писать свое имя, придумать имя, пароль придумать, после чего попадете сюда в кабинет, ну, на страничку такой вот, ADD адрес, и себе создаете уже кошелек. Вот. И вот здесь адрес. Вот мои все монетки поступления. Так, вот адрес. Сюда вот нажать, если будет такой вот адрес. Как бы. И вот адрес этот копирую. Я вот собираю монетки теперь на свой кошелек. Далее, друзья, во вкладочке рефералы находится реферальная ссылочка. Здесь история наша вся. Вот моя история, то, что я вот собираю вот эти монетки. Я ни одного дня не пропустила. Все собираю. Далее здесь поддержка, инструкция. Здесь, обратите внимание, бонус. Что он нам дает? Привязать Facebook. Вот наши увеличиваются монетки. Как бы, да, на 0,3. Потом на 1,1, 1,3 и 2,2. Я все это вчера привязала. Я привязала Facebook. Потом я Twitter и LinkedIn. Вот это все я привязала. У меня полностью умножаются. Теперь будут на 2,2. На 2,2 монетки. Ну, помимо того, то, что мы собираем раз в 20 часов вот эту монетку, когда по истечению вот, все звездочки закроются, нам дают бонус раунд. Мы собираем. Плюс еще, друзья, обратите внимание, вот здесь вкладочки это все. Здесь у них раздача или что идет. Я здесь все прошла. Здесь у них сейчас до 23 января закончится вот эта раздача. И, возможно, начнется новая. Вот они будут раздавать вот то ли $100 или что. И вполне возможно мне дадут какое-то количество монет. Вот здесь все задачи у меня выполнены. И они по мере того немножечко появляются. У меня было 15 монеток. Ну вот здесь как бы сейчас переведем на русский. Так, бесплатная раздача членам сообщества Horizon. $100 США. Вот у меня было сначала 15 записей, потом 19. Сейчас 21. Осталось вот 2 дня. Вот. Войти, чтобы выиграть.
И вот у меня все задачи. И тут к Твиттеру все это следить, исследовать. В общем, потом на Ютуб я тут все подписывалась, на Фейсбук. И вот следуйте за нами. Здесь что у нас? Кликните сюда. Вот так вот переносит медиум это. Так, я не авторизована. Сигнин. Так. Ну, возьмем через Facebook. Получится. Ничего у меня не получилось. Наверное. Не-а. А, фало, все, получилось. Вот я загорелась. Ну, вот я подписана, как бы зайти. Сейчас посмотрим. Так, продолжить. Так, получить запись при посещении этой страницы. Я посетила страницу, нажимаю продолжить. И вот видите, крутится зелененько, должна появиться галочка. Такая вот синяя. Вот. Вот как-то так. Ну вот, видите, галочка у меня появилась. Все. Вот. Так. Кран. И вот здесь, если мы нажмем сюда, сейчас загрузится страничка. Сейчас я эти вкладки закрою. Так, куда я нажимала? Не помню. Stories in. Вот валет. И здесь показано как бы кошельки. Здесь на Windex, Max, Lumix. И выбираете, что вам надо. Я вот с таким вот значком. Вот он у меня значок этот. Как бы устанавливала. Ну, такие вот у меня новости. Да, друзья, если мы зайдем на CoinMarketCap, то посмотрим то, что монетка пошла в рост. Когда я начинала эту монетку собирать, она стоила 3 доллара. Потом я каждый день не посещаю этот CoinMarketCap. Так периодически захожу. Потом она 7 долларов стоила. Сейчас вот она стоит 10 долларов. Я думаю, имеет смысл собирать, а вдруг подскочит монетка, правильно? Вот у меня на данный момент, конечно, не сильно много. На 2 доллара 80 центов. Но, тем не менее. Вот здесь вот языки сделали. Вот русский есть даже. Здесь можно написать, как бы, тоже. Вот все, как бы, тут они развиваются конкретно. Вот сюда сообщение вставляете и сент отправить, как бы. Вот, так, на крестик. Ну, такие вот у меня новости. Сами уже тут посмотрите, кому интересно. Ну, и партнерская ссылочка, как я вам сказала, здесь вот реферальная находится. Почта тут строго, друзья, gmail.com. Другая почта здесь не подойдет. Вот. Ну, всем удачи, больших заработков. Кому интересно, пользуйтесь краном. Ну, мне интересно, друзья, проходим мимо. Я вот без рефералов, я собираю. Ну, мне нравится. Каждому свое. До новых встреч.